кое-кого из вашего научного отдела республики. Начинается открытая карта академика с организацией республиканских СМИ под именем никому до этого неизвестных авторов по сфере на его литературное творчество. Научную его сферу деятельности не посмели трогать. Академик освобождает от должности ректора университета, а его имя пытается придать забвению. Октября 1983 года Евгений Арсенович Букетов уходит из жизни. Ему было всего 58 лет. 22 доктора наук. 9 его учеников защитили кандидатские диссертации после его смерти. Он оставил после себя 9 научных монографий. Более десятки газетных и журнальных статей. Литературные эссе, очерки на казахском и русском языках. Еще в школьные годы начал заниматься литературными переводами языка. В студенческие годы повесть «Василенко Артемка». С ее академик Букетов. Документальная повесть, исследование творчества Валиханова, Менделеева, Сатпаева, Алозина. Была начата работа о создании художественной эпопеи, подобной путь Абая Алозина. Букетов многогранен. В этом его постоянство. И чем больше времени проходит за дня его смерти, тем больше понимаешь, какого огромного масштаба личности был академик Букетов. Его большой литературный наследник. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, және бүгінгі мерекенің қонақтары. Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя и ребята. Бүгінгі біздің мерекемізге қош келдіңіздер. Биылғы жыл мерейтойға толы жыл. Солардың бірі академик Букетовтың 90 жылдығы. Осы мерейтой қарсаңында біздің мектеп алғашқы рет Букетовқа арналған Букетовский турнир атты іс-шара өткізді. Бұл іс-шара қаңтар айынан бастап бір ай мерзім аралығында үш кезінде қамтыды. Ал бүгін мереке өз мәресіне жетті. Жүлдеге ие болған оқушыларды марапаттайтын күн. Мы начинаем торжественную церемонию закрытия Букетовского турнира 2015, посвященного юбилейной дате – 90-летию со дня рождения академика Евгения Арсеновича Букетова. На нашем празднике присутствуют почетные гости. Первый проректор Карагандинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Кумачев Андрей Муратович. Ведущий специалист библиотеки имени Ауэзова Абулгазинова Бахыт Мамбетов. Мирейбаева Дана Хабырасынова. С 16 января, почти месяц, длится турнир. И вот наступил день подведения итогов. Сегодня мы чествуем всех участников и призеров этого турнира. Почему возникла идея провести этот турнир именно у нас в школе? Ответ очевиден. Где же еще, как не в нашей школе, которая с 2001 года носит название великого академика, должно было пройти это мероприятие? Наши ребята соревновались в 3 турах – интеллектуальном конкурсе, переводческом и в конкурсе чтецов. И это сделано было тоже не случайно. Сам академик Букетов был очень разносторонним, одаренным, талантливым человеком. Недаром его называли казахским Ломоносовым. Евгений Арсенович Букетов был не только крупным ученым, но и литературным критиком, прекрасным переводчиком, публицистом и писателем. Педагогом и воспитателем Елене Николаевне. Гости, добрый день, уважаемые учителя, уважаемые старшеклассники. От лица администрации школы, от лица всего педагогического коллектива я поздравляю вас с окончанием Букетовского турнира. Знаю, как сильно волновались, готовясь к этому турниру, наши учителя русского языка и казахского языка и английского языка. Знаю, как сильно они переживали вместе с вами, уважаемые старшеклассники, когда вы решали задачки, переводили тексты, выступали наизусть, рассказывая стихотворения любимые Евгения Александровича Букетова. Но все это закончилось. Ура! Мы это сделали, и у нас все получилось. Сегодня много добрых слов прозвучит в ваш адрес, уважаемые старшеклассники. Но я хочу начать нашу церемонию со слов великого Букетова. Если хоть одно зерно, просеянное мною, даст плоды, то я буду счастливым человеком. Я думаю, что Евгений Арсенович счастлив, потому что сегодня, видя вот ваши лица и зная, как проходил турнир, и сколько человек приняло в нем участие, и как активно, и как вы переживали –
то он действительно счастливый человек, потому что после него осталось достойное поколение молодежи. Еще раз всех поздравляю и желаю приятной церемонии. Всего в нем приняло участие 135 учеников нашей школы. Это 16 команд из 6-х, 11-х классов. Для вас, ребята, приготовлены памятные календари и именные сертификаты участников. Приветствуем команду 6-го А класса. Букетова. Надеемся, что он будет у вас действительно напоминать вам, и вам захочется взять еще раз в руки книгу Букетова, перечитать. Приглашаем команду 7-го Б-класса. Гермонина! Сначала шестые классы, шевелимся побыстрее, пожалуйста. Приглашаем команду 7-го В класса. А класс, 8 человек. С удовольствием вручаю вам сертификаты. Господин Нарек, Андрей, например, напротив. 7-й В класс, 12 человек. Помните? 7-й Б-класс, 6 человек, так же жаль. Надеемся, что творчество. Благодарю, с удовольствием вручаю вам грамоту для всех участников. А было вас 6 человек, 7 сертификаты и памятные календари. 8-й Б-класс, в лице прекрасных девочек. 3 человека принимало участие, все трое здесь, пожалуйста, девушки. И 8-й В-класс. 3 человека принимало участие. Все грамоты, сертификаты. Спасибо за участие. Уважаемые 3-й класс, сертификаты участников. Молодцы. Старшеклассники, молодцы. 9-й А-класс. 11 человек приняло участие. Молодцы. 9-й А. 9-й Б-класс. 12 человек участвовало в букетовском турнире. Все 12 получают сертификаты. 9-й Б-класс. 9 человек. Молодцы, 9-й Б. Успехов вам в дальнейшем учебе. Ну и, конечно же, в изучении творчества букетов. Приглашаем самую большую команду, участники 10-го А-класса. Ладно, чтобы не создавать столпотворение, 10-й А с удовольствием вручаю вам сертификаты участников букетовского турнира и надеюсь на дальнейшее изучение русского языка и литературы. Да, говорю вам это от лица Натальи Петровны. Читайте. Спасибо за участие. Молодцы, 10-й. 11-й А-класс. 12 сертификатов. Пожалуйста, 11-й А. 11-й Б. 7 сертификатов. Садитесь, пожалуйста. Метод Достар, Хрометта Аристестер. Добрый день, уважаемые школьники, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня я со своими коллегами
по поручению ректора нашего университета с особым удовольствием приехали в вашу школу, вот окунулись в вашу школьную атмосферу, потому что мы тоже все когда-то были школьниками, когда-то учились в школе. Я сегодня хочу начать со слов благодарности вам, дорогие дети, за ваше активное участие в букетовском турнире 2015, выразить огромное пожелание, что то новое, интересное основатели нашего университета, второго университета в нашей республике, Карагандинского государственного университета имени академика Букетова, все, что вы нового о нем узнали, будет для вас не только фактами его биографии, а станет для вас большим и хорошим уроком в жизни, примером в жизни, потому что Евгений Александрович Букетов в самом деле не только основатель современного университета, он также выдающийся ученый, выдающийся писатель. Если говорить, что конкретно было сделано им в науке, это безусловно, это получение самой высокой пробы чистоты выплавки меди на Балхашском медиплавильном заводе. Это также в свое время он начал работы по способам ожижения месторождения Карагандинского угольного бассейна в современные виды жидкого топлива. Вместе с тем у него были удачные опыты перевода мировой классической литературы на казахский язык. У него были также удачные опыты литературного творчества, которые вылились в те произведения, с которыми вы также, я надеюсь, что ознакомились. Поэтому, значит, уважаемые друзья, я вас призываю, видя серьезные лица ваших старшеклассников, не думайте много о ЕНТ, вы его сдадите успешно. Я надеюсь, что к нашим советам, чтобы изменили, будет вам всегда ваша надежда, опора в жизни. Но в то же время я хочу, чтобы вы не замыкались только лишь на одной полученной специальности. Пример Евгения Александровича Букетова, он говорит, что в своей жизни, в своем научном творчестве, в своем литературном творчестве он счастливо соединил поэта, мыслителя, ученого, не один год титанических усилий, и организационных, и интеллектуальных, и коммуникационных, и организацию вашего турнира. Вас, дорогие дети, за активное участие в этом турнире, и пожелать вам во всем больших успехов. Грамотой награждается ученица 11 Б класса Крайнюк Елена. Грамотой награждается ученица 11 А класса Тен Александра. Грамотой награждается ученица 11 Б класса Шабанова Анастасия. Грамотой награждается ученица 7 Б класса Мусина Ольга. Мы с большим удовольствием хотим вручить благодарственные письма от имени ректората Карагандинского государственного университета имени академика Букетова, учителя русского языка и литературы Цай Наталье Петровне. Благодарственное письмо Каргу имени Букетова вручается Скоковой Ирине Игнатьевне за работу по популяризации наследия академика Букетова.
еще одно благодарственное письмо вручается администрации 3-й общеобразовательной школы номер 52 имени академика Букетова за многолетнее и плодотворное сотрудничество и проведение мероприятий, посвященных 90-летию академика Евгения Александровича Букетова. Уважаемые коллеги, мы также сегодня принесли в дар вашей библиотеке новое переиздание книг Евгения Александровича Букетова. Это книги «Шесть писем другу», «Грани творчества» и его работа «Атан комендант Туган Адам». В заключение, уважаемые друзья, я вам еще раз хочу это пожелать. Никогда не останавливаться на достигнутом. Пробуйте свои силы во всех областях науки и знаний. Успехов вам, дорогие друзья! Надежным лишь кирпичом в стену стреющуюся ложись. Евгений Арстанович прямо относил к себе, считая их напутственным в жизни. Поэтому организаторы решили, что надежность наших участников в их знаниях, и это им надо проявить в первую очередь. Выступает Энгель Мария Абай. Слово номер 15. Старожимына. Оқушыларға бәріне үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Ал қазір осы турнирде, интеллектуалды турнирдегі ойлары ұшқыр, ең ақылды деген оқушыларды құрметтеуге рұқсат етіңіздер. Грамотой награждается ученица 8 Б класса за занято 3 место Аскарова Жұлдыз. Награждается ученица 7 А класса за занято 3 место Шайхинова Алина. Награждается ученик 6 Б класса за занято 3 место Красников Илья. Пушкин Лидов Катушкин.